Ананасом, вот, и я занимаюсь, организовываю этот проект мототерапии, который вы сегодня видели, в котором Даша участвовала, да, и я очень рада, что у меня есть такая возможность этот проект реализовывать и давать возможность людям участвовать и радоваться в этом проекте. Да. Меня зовут Дарья Кузнецова, я куратор проекта «Картинг без границ», руководитель интеграционного клуба для инвалидов преодоления. Сегодня очень много участников нашего клуба приехали сюда для того, чтобы оценить, насколько это важное, насколько это адреналиновое, интересное, безусловно полезное мероприятие — мототерапия. Это действительно проверено на себе. Это обладает огромным терапевтическим эффектом, потому что придает не только веру в свои силы, но и действительно просто каким-то образом окрыляет. Вот, за это огромное спасибо. Хорошо. Скажите, кто из вас на мотоцикле катался, или вы обе катались? Не, я не каталась, я следила за тем, чтобы все было так, как нужно, чтобы все были там, где нужно, поэтому, естественно, что я не каталась, но Дарья, она участвовала, и я... Скажи, как тебе? Это нечто, потому что, во-первых, не знаешь, что будет в следующий момент, и это уже прилив адреналина, а во-вторых, ну, конечно, когда ездишь рядом под чутким руководством, точнее, просто вот понимаешь, что позади тебя сидит профессионал высочайшего уровня, ты знаешь, что все будет хорошо, и просто в этот момент получаешь удовольствие от того, что вот в следующую секунду скорость будет еще выше, и мы сделаем что-нибудь неординарное. Это очень круто. Давайте вспомним картинг «Без границ». Скажите, во-первых, сравнение. Здесь тоже давалось 5 минут или 7 минут, или здесь было чуть больше или чуть меньше? Это мероприятие, которое оба, они направлены на то, чтобы социализировать людей с ограниченными возможностями здоровья и давать им вот почувствовать драйв и интерес к жизни. Это совершенно как бы разные по своей структуре, но занимаются одним и тем же. У нас мотореабилитация, а здесь мототерапия. У нас карты, здесь мотоциклы. Это разные совершенно там мероприятия, но которые служат одной целью. И тем более радостно быть здесь, знать, что столько людей и Анна со своей кучей энергии не равнодушны, не хотят менять что-то, менять отношения, помогать людям поверить в себя и открыть себе новые грани. Это просто прекрасно. Поэтому еще раз спасибо. Вы говорите о картинге и о мото, как будто это луна и солнце. Расстояние большое. Почему вы так говорите? Все-таки и там колеса, и там управление, и там... Ну, а вы как, ну, вы же знаете разницу между мото и машиной. Это совсем разные ощущения. Два колеса, да, четыре колеса. Да, это совсем, не знаю, другое. Другая скорость, другие, не знаю, ты по-другому себя чувствуешь, когда ты находишься в машине и сидишь в кресле, или когда ты сидишь на мотоцикле. А для людей особенных, это, я даже не знаю, там вдвойне эмоции, когда есть такая возможность ощутить этот драйв, проехаться. Не у каждого есть такая возможность, а у вас есть. Хорошо, спасибо большое.